Ух ты, как нас много здесь сегодня. Добрый вечер, друзья. Здравствуйте. Сегодня у нас с вами не просто хорошая вечеринка и классный концерт. Сегодня у нас телевизионный концерт, у нас огромное количество камер, огромное количество профессионалов, которые всю жизнь мечтали снимать вас, не только нас, и показывать вас всей стране. Давайте поаплодируем большой команде телеканала ОНТ для начала. Меня зовут Дмитрий Кахно, очень приятно видеть такое большое количество людей здесь в зале. Я вышел до того, как начнется концерт, потому что нам очень хочется, чтобы с каждым годом выступления белорусских артистов, наше шоу и наши проекты становились тем, чем мы всегда будем гордиться. И поэтому у меня к вам одна маленькая просьба. Вы видели разные телешоу, вы смотрите YouTube, вы смотрите телевизор, и вы должны прекрасно понимать, что если человек старается для вас на сцене, если вам нравится, как у него получается, мы не смотрим добрыми глазами и радуемся. Мы не аплодируем вот так. Мы пищим, визжим и получаем удовольствие вне зависимости от возраста и статуса. Попробуем! 3-4! Шоу. И мы гарантируем, что сегодня во всех ваших сердцах будет звучать только правильный бит! Без обид, со словом ради пить.
наши бурные аплодисменты Ване Сталю, дядя Ваня, Саша Немо, Тео, Виталий Карпанов, Кирилл Дуд, Ален Хит и народный артист Беларуси Анатолий Ермоленко! Ничего себе начало песни года! Ребята, это просто круто, Анатолий Иванович! Вот от кого? А от вас я этого ну точно никак не ожидала! Но это только початок! Ну что, будем гулять? Нет, будем гулять! И пусть это будет лишь легкий разогрев перед большим сегодняшним ярким праздником. Ваши аплодисменты нашим артистам. Мы начинаем песню года Беларуси 2019.